Пропавший в Каспийском море катер найден пограничниками. Напомню, ранее сообщалось, что 7 туристов из Санкт-Петербурга, отправившиеся на частном катере из Волгограда в Махачкалу, потерялись. В последний раз на связь по спутниковому телефону они выходили 3 сентября. Сегодня утром катер обнаружили в районе острова Тюлени. На его борту 3 детей и 4 взрослых. Все живы и в медицинской помощи не нуждаются. Известно, что путешественники не проходили регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России.